Здравствуйте, дорогие друзья и драгоценные подписчики! С вами Прасковья из солнечного Подмосковья. Лето в Анталии кончилось. Осень потихонечку тоже подходит к концу. И поэтому мы видим, что здесь уже начали продавать обувь для зимы. Вот в таком вот виде. Конечно, еще не верится, что уже зима не за горами, но тем не менее мы видим, что продается вот такая вот обувь, и поэтому можем сделать вывод о том, что зима Анталию не обойдет стороной. Такая вот детская обувь и для взрослых. Мне подсказывают, что и для меня тоже здесь кое-что найдется. А я вот в раздумьях, что мне купить? Меховую или еще какую-нибудь? Ну, пока что посмотрю, подумаю, может быть, приму решение на обратном пути. Спасибо, что были со мной. С вами была Прасковья из солнечного Подмосковья. До встречи в следующем видео. Всем мира, любви, добра и счастья.